Кстати, вещи довольно красивые, если что. Вот видите, вот мне вот эта штука понравилась, что-то фиолетовым светится. Так, 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 так. Ох, щит! Всем привет, это Топ Дота и сайт dota2house.com. Сегодня мы будем открывать кейсы, будем крутить спинки, взрывать мины текиса и всяким таким заниматься. И если что-то хорошее нам выпадет на этом сайте, а на этом сайте должно падать что-то хорошее, для этого он и создан, то я это разыграю. Так что смотрим до конца. Так, Dota 2 House, смотрим вообще, что здесь изменилось-то с нашего последнего визита. По-моему, ни хрена не изменилось, но появился розыгрыш. Можно, конечно же, поучаствовать, почему бы и нет. Участвуем в розыгрыше. Блин, закрываем случайно страницу сайта, возвращаемся обратно и давайте еще зайдем в режим фри. Режим фри — это реальная тема, потому что, ну, тут можно как бы бесплатно покрутить всякие штуки и выиграть вещи, как вы поняли по названию режима. Так, 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 бонусы, получить 300 бонусов, бесплатные бонусы, у вас должно быть их меньше 300, а опять у меня бонусов слишком много и я не могу получить халявку. Но это ничего страшного, я думаю, поэтому давайте пока что что-нибудь другое пооткрываем. Не знаю, что здесь вообще есть. Я помню, здесь были когда-то сундуки новые крутые, которые типа VIP. Я вообще хз, мне кажется, здесь что-то очень жесткое должно падать. И они открываются только за задоначенные деньги, поэтому, ну, по-любому да. Видите, 100% окупаемость получить за 300 рублей, блин. Нет вещей для этого кейса, вы что, серьезно? Так, хорошо, покрутили неудачно, получить 20 вещей. Тут есть 100% окупаемость? Нет, здесь нету. Ну, конечно. Нету 100% окупаемости, на 6 рублей в минус ушли. Так, а здесь? Может, появились вещи? Да, хорош. 17 рублей в плюс. Развели. 75 еще осталось. И я не знаю вообще, что с ними делать. Давайте он за 65 еще 10 вещей купим. Вип-кейс только за реальные деньги. Я, блин, реальные и закинул. Ну, ладно, окей. Наверное, у меня было там чуть-чуть выигранных. Так, погнали открывать, что-нибудь крутить, не знаю. Можно за 75 еще что-нибудь открыть по фастику здесь. Или тут вообще ничего за 75 нету. Я что, совсем бомжара? Так, случайные 20 вещей за 50 рублей. Погнали. Так, 39 рубас. Ну, нормально, короче. Главное, что мы сейчас получили кучу всяких дешевых, дешманских вещей, на которые мы можем теперь покатать. Зайдем, например, на спинкин, выберем все свои вещи и поймем, что их тут на 500 рублей. А это на самом деле круто. Поехали. 9 рубасов. Так, не тот режим. Спинкин X3. Поехали. Спинкин X3, это, конечно, не очень интересно, но зато можно очень долго катать, и если вам будет много вести, то много и поднять можно. Так, вот у нас уже рубль на балансе есть. Я не знаю, зачем он нам нужен, но все равно. Так, еще что-нибудь надо выделить. Выбрано 11 рублей. Нормально, нормально, погнали. Добавь книгу steam.dota2house.com, увеличь шанс выпадения аркана и дорогих вещей на 10%. А это реально работает или это бред? Мне кажется, это какая-то херня, но я как бы не знаю. Так, нам тут тем временем ничего выпало. Ничего, это очень хороший слот вообще, мне очень нравится, мой любимый. Так, ничего, ничего, иди нахер. Одна случайная вещь. Вот, блин, жалко, что здесь случайные вещи, это не арканы. Тут арканы, мне кажется, в этом листе случайных вещей совсем нет. Зато есть он какая-то херня за 97 копеек. Копеек. Кстати, вещи довольно красивые, если что. Вот видите, вот мне вот эта штука понравилась, что-то фиолетовым светится. Так, 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 так. Ох, щит! Мне чуть инфаркт не хватил. Вы видели вообще, что тут было только что? Чуть аркану не унес в кармане. Господи Иисусе, нормально так, слушайте. Ну, сумма вещей в деньги хорошо, конечно, но аркана я вообще охренел. Чуть не выпало, чуваки. Это было жестко, реально. У меня аж немного голова закружилась. Мне тут реально аркана пока ни разу не падала на D2 хаусе. Пишите, кстати, если вам падало здесь. Вот что вам самое крутое падало на D2 хаусе, пишите в комментарии. Мне интересно будет почитать, конечно же. Так. Рошан, Рошан, вернись! Рошан, братан! Нет, ничего. Чё-то не прёт, вообще не пруха. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте еще вот этого. Бонусы 10 тысяч, господи, у меня 10 тысяч бонусов есть. Вот это мы сейчас нагнем кого-нибудь. Вот это нормально сейчас будет с 10 тысячами бонусов. 1 рубль на баланс, да, идите нахер. Играть трипл, нет, давайте текис. Погнали на текис. И сейчас будем ставить миллиарды бонусов. Миллиарды. Гоу. Это сколько вообще бонусов? 10 тысяч, это сколько? Сколько это? 100 рублей, да? Нет, да, нет. 12 тысяч рублей написано. Давайте заберем 12 тысяч. Да сука! Какого?
Я думал, два, просто два квадратика поставлю и заберу. Конечно, конечно же. Заберешь, чувак, удачи. Вот это да. Да ну нахер, чуваки. Дайте поиграть. Вон, хук ставлю вам, хук. Сука. Я когда-нибудь пройду его до конца? До конца, наверное, вообще никогда не пройду. Надо хотя бы что-нибудь зарабатывать, поэтому буду вот так вот по чуть-чуть наглеть. Так. 26 рублей. Бам! Сука! Так и знал. Не знаю, зачем нажал, но меня вот я предчувствовал. Ладно, давайте еще 16. Хорошо. Еще сюда. Хорошо. Давайте последнюю. Фух. Все, забираю. Сказал последнюю, значит последнюю. Самое главное — это вовремя остановиться. Ну, вы это много раз слышали, и потом я ставил миллиард. Почему у меня добавляется? Я забыл отменить. Так, давайте еще один раз. Фух, 71 рубль, нормально. Тут просто на этом режиме самое главное — это не борзеть и не стараться дойти до конца. Вы не дойдете, успокойтесь. Не надо оно вам. Дойдете раз за 10 тысяч раз. Один на 10 тысяч раз, и это будет неприкольно. Блин, вот здесь хотел забирать уже. Так, ладно. Я про то, что дойти до конца здесь, конечно же, можно, но то количество раз, которое вы сгорите в попытках это сделать, оно перевесит выигрыш от полного прохождения. Понимаете, о чем я говорю? Надо ж думать об окупаемости наших затей. Так, сколько тут? 15 рубасов, погнали. Бам. Сук, я вот здесь думал, реально я сейчас одну поставлю и заберу. Но нет. 10 рублей. Бам. Бам. Все. Так, может, ставочки побольше делать? Вот давайте. Ух ты, курьер какой красивый. 2 рубля всего лишь стоит. Ну ладно, 2 рубля стоишь, значит нахер иди. Насмешка на Джиггернаут. Хотя нет, ну блин, курьерчик. Ну посмотрите, какой он милый. Оставлю. 40 рублей, поехали. Бам. Бам. Еще последний. Фух, хорошо, 57. Вот если хотя бы по 40 ставить, то можно какие-то более-менее ощутимые деньги поднимать, а не по 2 рубля. Так, 48, господи. Блять. Чуваки, вы что, вы серьезно? Ну ладно. Давайте денег поставим. Денег поставить — это тоже хорошо. Опа, еще один. Опа, последний. Сука! Куда? Как? Почему? Хотя бы 3 слота дайте пройти. 3 деления, как их называется. 3 клеточки, 3 шага дайте сделать. Чё ж творите-то? 3. Всего лишь 3. Все, 3. Отстаньте. Отстаньте. Кошмар какой-то. Так, давайте еще. Сколько здесь квадратов надо сделать, чтобы удвоение получить? Сейчас я почекаю. Посчитаю. Проведу подсчет. Так, сколько? 4. Тут 4 деления надо сделать. Господи, я 4 никогда в жизни не пройду. Сука. Думал, что сейчас скажу это и пройду, но нет, это не так работает, только в обратную сторону. Ладно, хорошо. Кстати, чуваки, пишите, на каком вообще режиме здесь лучше играть, потому что я без понятия, может быть, я не на тех режимах играю. Блять, может, надо было на какой-нибудь там Текис, Спинкин, не знаю, куда-нибудь в другое место, хотя и Текис, и Спинкин я только что играл, но я имел в виду, что там еще есть, ТТТ, на Т как-то трипл. Трипл там, сундуки, еще что-то. А что, все, да? А джекпот здесь был. Джекпот убрали? Чуваки, напишите, джекпот убрали? Мне джекпот нравился всегда. Джекпот — охеренный режим. Вы чё? Коня ставлю. Так. Фух. Бля, не надо было борзеть. Ладно, давайте сейчас вот реально заборзеем. Тупо жестко. Сейчас будет без цензуры, чуваки. 100 рублей! Блин. Я не знаю, что вам сказать. Это был просто жесткий блоуджоб с моей стороны. Просто жесткий, жесточайший Deep Throat Penetration, если вы понимаете, о чем я. Ладно, натравлю на них армию курьеров. Армию курьеров из 3. В размере 3 единиц. Нет, что-то лососнул. Так, ладно, хорошо. Шапка на снайпера, чуваки. Хорошая шапка. Отдаю. Последняя. 27 рублей. Хорошо, заехало.
то, что надо. Так, ладно. Сейчас еще попробуем свою удачу испытать. Испытываем удачу, мать вашу. 39 рублей, хорош. Вот это нормально было. Два раза последних мне понравились. Давайте поменяем теперь вещи, чтоб, ну, не знаю зачем, но поменяем. А вот так вот. А что вы скажете на это, ублюдки? Вот эта имбастрата вообще была только что. Мне понравилось. Бля, мог бы до сюда дойти. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Ничего страшного. Главное не расстраиваться. Вот тут вот. Вот сейчас здесь забираю. Нажимаю, забираю. Блядь! Почему? Почему вот я прям чувствую, когда там что-то есть, но все равно нажимаю, думая, что сейчас повезет, но ни хрена не везет. Почему все именно так? Ладно. Сейчас. У нас еще будет шанс подняться. Наверное. Так. Сюда. И сюда последнее. 20-ку подняли. Хорошо. Можно на маршрутке на дешевой прокатиться. Где-нибудь в глубинке России. Ну что, нормально. Так. Хорош. Нехорош. Ладно. Блин. Может быть, еще на какой-нибудь режим пойти? Я не знаю. Если был бы джекпот, я пошел бы на джекпот всех раскатал. Но джекпот убрали, и я хз, что делать теперь. Верни джекпот, сук. Или его здесь и не было? По-моему, был. Он на всех сайтах есть. Так, ладно. 5 рублей ставлю. Серьезная сумма. Хочу до конца дойти с 5 рублями. Не получится. Не, я до конца дойду сегодня. Проскочу на вот этом тигре за 6 рублей. Битбокс пошел. Я думал, что я все, я уже типа непобедим. И давайте еще, знаете, и 0,46 рублей. Можно поставить так, типа 0,4 еще так. Можно, типа, все сразу, не? Ход нельзя. Ладно, окей. А фак! Щит! Ладно, чуваки, время олынить, мне кажется. 95 рублей. Погнали! Я почему-то так и думал, поэтому. Ой, блядь. Ладно, вот так вот мы, в общем, сегодня поиграли. Наверное, надо было добавить книгу dota2house.com, и тогда бы мы точно получили на 10% больше хороших вещей в дропе. Но я не добавил, поэтому сори.